Вчера в Тольятти стартовало открытое первенство Тольяттинской дзюшор номер 11 по боксу. Местом проведения соревнований выступает спортивный комплекс «Старт». Турнир, приуроченный к 20-летию школы и 70-летию со дня победы в Великой Отечественной войне, объединил спортсменов из различных городов Самарской области и близлежащих регионов. Главные герои первенства – сами боксеры и их наставники, легендарные в мире бокса личности. Это мастера спорта международного класса Игорь Власов и Дэви Гогия. Они учредили собственные призы на данном турнире. Игорь Власов – финалист Кубка мира и Европы, участник Игр доброй воли. А Дэви Гогия является двукратным чемпионом Европы среди профессионалов. Известные мастера кожаной перчатки на сегодняшний день ведут к спортивным вершинам молодое поколение. И, надо сказать, весьма не безуспешно. В любой школе, в любом виде спорта есть те спортсмены, которые должны выступать лучше, чем свои тренера. Я думаю, что это братья Бакунцы, братья Ханделян, Абасов. Девочки у нас стали выступать призерами Приволжского федерального округа. Я думаю, что дальше будет лучше. В рамках первенства в ринге бьются спортсмены в возрасте от 13 до 18 лет. Количество зрителей, в том числе на торжественном открытии, оказалось впечатляющим. Церемония включала в себя не только приветствие первых руководителей города, но и творческие выступления. Борьба за призы будет разворачиваться в течение нескольких дней. Полуфиналы пройдут 24 апреля, а 25 числа определятся победители в возрастных и весовых категориях. Свои напутствия в преддверии решающих встреч ребятам дал известный чемпион, которому в том числе посвящены соревнования, Игорь Власов. Трудолюбие, любить, наверное, тем, чем ты занимаешься, чтобы это, ну, действительно должно быть в крови. Ты должен жить этим, спать с этим, ну, всегда видеть все, что ты видишь сейчас. Финальные бои пройдут в субботу, 25 апреля. Вход для зрителей свободный. Альфия Яйрулина, Валерий Мальков, служба информации ВАСТВ.